Блин, нас носит, слушай. Течение здесь неплохое. Да, почти повезло. И она попадает, ее зачерпывает, а потом он ее кидает куда? Она, видишь, сваливается в коробку. А, в коробку. Да, видишь, там по диагонали доска мокрая. Направляющая доска. А, да-да, она он падает и сваливается, точно. Сейчас, к сожалению, никого нету. It's not working properly. They should come out and you know, tune it up. Well, he needs tarps on it. It's not oriented right either. It should be going around about 3 RPM every 20 seconds. That is one. Good one.